Всем привет! Мы находимся в Туапсинском районе, на территории бывшей воинской базы 56003. Сейчас мы посмотрим, что от нее осталось. Тут мы видим устаревшие обломки здания, судя по всему, какого-нибудь помещения для охраны. Все разбросано, скомканное. На данном моменте не знаю, что это, но похоже на какое-то жилое здание. Может, были и военные, может, и просто жильцы. Само здание устарело, и может, оно уже в скором времени упадет, так как оно не хрупкое и развалится. Фасад обломки. Тут все стекла побиты, ну почти все. Можно и попробовать зайти. Также тут мы видим полигон, ну не мусорный полигон, а какое-то здание, которое обвалилось всякими ветками, палками и досками. Видим вазу, которая крепко держится. Но правда трещины внутри. Прошу заметить, что двери заколочены, судя всему, для безопасности. Может, и современные люди защитили так, чтобы никто не входил. Потому что само здание глубокое и опасное. Может, полиция угу. Сама лестница, также мы можем увидеть, очень устаревшая, но по ней можно попробовать, думаю, пройти. Вон низман этот. Здравствуйте. Эта конструкция очень похожа на жилой дом. Он сам развалистый, вот этот снятый. Стекла побиты. Может, тут была лестница, хотя, может, это и не жилой дом. Очень высокий подъем. Внутри пустота, бетон и плитка. Везде нарисованы граффити. Всякие разные бумаги, даже документы. Открытие акционерного общества. Привет еще раз всем. Дальше смотрите. Дорога развалистая. Это мы уже подходим к концу военной базы. Территории военной базы. Дорога развалистая, разбитая. И на машине тут спускаться нельзя. Ну только на джипе. Тут еще лицепляжная, разбитый дом, где лежат всякие материалы, дерево. В конце должна быть дорога к пляжу, к морю, но мы дальше улицы пляжной не шли. Тут есть тропинка. Там есть какой-то заложенный бетон, то есть какой-то фундамент знаний, может. Но по тропинке мы дальше не шли. Там мусор везде валяется, как и тут. И прочее. Сейчас мы возвращаемся к территории военной базы.